На татами приглашаются Саладухин, Советский Союз. Так. Цирин Дамдин, это финал, уважаемые друзья, мы с вами смотрим финал. Обладателем золотой награды олимпийского турнира дзюдоистов весовой категории до 65 килограмм. Итак, финал. Очень сильный Дамдин, борец, вообще монголы. Великолепно, готовы, потрясающе стоят на ногах, очень наборные, очень опытные спортсмены. С детства вот, их национальная борьба развивает качество устойчивости на ногах. Длинные руки у монгола, моментальная атака, оценку кока должны дать, пытается выйти на свое любимое удержание. Саладухин. Какой тоже мощный вход был кока. И нам, у нас был средний план, не увидели, что сделал. Мне показалось, что, знаете, такой зацеп изнутри под одноименную ногу. То есть правой ногой атаковал правую ногу соперника. Удержания нет, потому что по правилам дзюдо они до сих пор действуют. Вот двумя ногами спортсмен, который внизу отлетает ногу атакующего, считается это защитный элемент. Давайте смотреть повтор. Да, да, на противоходе, на встречном движении, как в боксе, плотно вошел и под одноименную ногу. Ой, вот повезло Саладухину от такого переворота бокового. Ухитрился устоять и не упасть. Монгол очень мощно выхватывал за ногу. Долго монголы шли к своему успеху. И вот на Олимпиаде в Пекине впервые у них стал олимпийский чемпион. Призеров Олимпиад много было. Вот смотрим этот переворот. В категории до 100 килограммов монголы праздновали успех, а сейчас у них, вот, кстати говоря, в этом весе, только сейчас категория 66 килограммов, у них действующий чемпион мира. Что удивительно, вот у нас, скажем, в России очень четкое разделение, прежде всего оно идет в федерации от головы. Порой даже не разрешает нашим дзюдоистам бороться на состязаниях по самбо. Монголы борются во всех стилях, ну, за исключением, наверное, греко-римской борьбы, по дзюдо, по самбо, по вольной борьбе. И вот для меня было удивительно, хорошая атака Саладухина, ну, бросок не состоялся. Дамдин Цурен, вот этот чемпион мира, 66 килограммов, в Роттердаме выиграл первое место. И через два месяца поехал в Грецию на чемпионат мира по самбо, и там у всех выиграл. И, по-моему, претензии от руководства монгольского спорта к этому спортсмену никаких. У нас почему-то какая-то непонятная историческая вот, ревность. Совершенно неоправданное и, мне кажется, очень плохо влияющее именно и на развитие и той, и другой борьбы в итоге. Видите, как обоюдно за ноги друг друга атаковали. Очень цепкий, очень вязкий финал. И тот, и другой великолепно нам показали, что стоят на ногах неподучие спортсмены. Оба проводят атаку. То есть никто не стоит. Нету буквально нескольких секунд, чтобы мы не увидели атаку. И счет, между прочим, кока на кока, то есть равный счет. Ох, как ловил монгол, насколько думающий, видящий спортсмен. На выходе из атаки Саладухина попытался вот переднюю подножку жестко воткнуть. Очень опасный спортсмен. Видите, что значит финал? Полный зал битком. И вот где-то там я сижу на трибуне высоко.
Еще раз нам показали вот этот великолепный пап. Питание у монгола и небольшое преимущество у Николая Солодухина. Кока на кока и шида получил монгольский спортсмен. Преимущество минимально Николай. Так, закрылся совсем, повис на сопернике. Бросок через спину до конца не получился. Из статики делал подвороты за счет тяги рук, хотя уже тяжело. А монгол очень свободно перемещается. Посмотрите, после тяжелейшего рабочего дня улыбнулся. Да, попахал. Даже нет сил заправить кимоно. Видите, как тяжело у вас победа. Удивительно, конечно, вот этот финал единоборства, когда в любых видах финала Олимпиады, это удивительное состояние. Вот идет парень, который проиграл, но у них сейчас по отношению друг к другу очень теплые чувства, потому что все постарались. Вот сейчас оцепенение от схватки ушло. Хотя уже ничего не вернешь, вот эту историю обратно не повернешь. Награждается Николай Солодухин, Советский Союз. И с этим они останутся на всю жизнь. Николай с золотом, монгол со своим серебром, у болгарина и у поляка бронза. Серебряную медаль завоевал Цендин Дамдин, Монгольская Народная Республика. Большой успех тоже, но очень близок был Дамдин к тому, чтобы выиграть. Бронзовые медали вручаются Ильину Неткову, Народная Республика Болгарии, и Янушу Павловскому, Польская Народная Республика. И тот, и другой тренеры национальных сборных. Януш Павловский и Нетков тоже. Януш Павловский, Република Популяр де Поляння. The bronze medals are awarded to Ilyan Netkov, People's Republic of Bulgaria. Janusz Pawlowski, People's Republic of Poland. Вот удивительно. Хорошо или плохо это для нас, покажет, конечно же, время. Лишь бы оно не было потеряно. С вами был Владимир Иваницкий. До встречи на татами.